Добро пожаловать в игрушку Tabs, мод Наруто. С вами Калл Даридди, и это будет интересно. Тут разные герои, смотрите, как их много. Они решили сразиться с самым главным персонажем. Смотрите, как он брутально выглядит. Ну что ж, делайте ставки. Кто победит, мы начинаем. Боже мой, что происходит? Тут все стихии просто. Все стихии собрались. Тут даже какая-то метла. Офигеть! Ну, кстати, они дамаг ему наносят. Смотрите, уже половину дамага. Уже половину хп у него осталось. Очень много героев различных. И у каждого своя способность. Тут не разберешь, у кого какая способность. Это нужно отдельно изучать персонажей. Но мы сейчас обязательно это посмотрим. Ну да, они победят его. Но по отдельности, я думаю, его никто не победит. Мы сейчас посмотрим, как они будут по отдельности с ним сражаться. Вместе... сила, да, ребят, вместе сила. Но по отдельности, я думаю, они все проиграют. В этой серии мы с вами как раз таки и проверим. Может, все-таки найдется тот герой, который победит главного злодея. Да, все, ребят, они победили. Смотрите, как эпично. Они долго сражались, у них много хп потратилось. Сколько много мусора. Тут, смотрите, и косточки какие-то валяются, чьи-то головы, руки, ноги, метла. И такой взрыв в конце эпичный. Вы можете посмотреть, внизу у нас много разных героев, и мы будем по очереди выбирать. А это что за демон? Вы посмотрите, как круто он выглядит. А против... С чего это водолаз? Это другой. Это редко другой демон. Это обманщик. Ну-ка, давай посмотрим, кто победит. Боже мой. Вот это противостояние. Офигенно. Это реально очень круто смотрится. У каждого своя способность. Но он по-любому победит, вот этот белый. Бадабум. Офигеть, ну белый обязательно должен с главным сразиться. Тот был определенно шарлатан, а вот он главный демон, ребятки. Ну что ж, давайте посмотрим, победит ли добро его. Начинаем. Вау! Это он их породил? Офигеть, это скелеты на метле? Чего, скелеты на метле? Боже мой. А, это вот этот демон их порождает. Все, теперь я понял. Теперь я понял. То есть ему сначала нужно их одолеть, а только потом его. Смотрите, но он молнией неплохо так его дамажит. Я думаю, у него есть все шансы. А он тоже порождает кого-то, да? Офигеть, вот это противостояние. Вот это, я понимаю, битва. И, по-моему, он его победит. Да, ребят? Это единственный, кто сможет его победить, видимо. Он намного сильнее его. Добро сильнее зла. Но он... смотри, как сопротивляется. Боже мой, это просто какое-то безумие. Вы представляете, как это бы красиво ночью смотрелось на ночной карте? Нужно определенно посмотреть это на ночной карте. Что происходит? А смотри, может быть, он все-таки его победит. Теперь... теперь у него перевес, теперь он сильнее становится. Подожди, а быть может, чем меньше у него хп, тем он сильнее становится? Опять кучу наспавнил своих помощников. Сначала добро побеждало, теперь наоборот. Ребят, теперь зло побеждает. И походу это хана, да, ребят? Все-таки он победил. Он до сих пор не побежденный. Вот на этой карте будет интересно посмотреть, ребят. Вот, опять у нас непобежденный демон. А против какого-то друида. Это друид? Смотрите, он каким-то куполом окружен, и светлячки летают. Очень круто и красиво смотрится. Ну и большое дерево будет ему помогать. Погнали смотреть. Боже мой. Опять наспавнил кучу своих скелетов. Нет! Так не... так нечестно, он провалился. Я думаю, тут надо переиграть. Он провалился, ребят, у него еще много хп. Блин, какие тут виды красивые. Дадим ему еще один шанс, погнали. Бам. Блин, он может упасть. Он просто на самом краю. Как он еще выжил? Он просто на кончике от гибели был. Бог ты мой.
просто тут очень красиво, я хочу это все запечатлеть, посмотреть. Посмотрите, что происходит. Какая красота, это эпическое сражение. Главное, чтобы никто не упал. Блин, он прыгает, он слишком далеко прыгает, кажется, он упадет. Да, он определенно, он упал, он опять упал. Он застрял на краю карты, просто на краю карты застрял, он сейчас погибнет. Да, он погиб от того, что упал. Но здесь, я думаю, он точно не упадет. Вау. Да, тут довольно-таки большая локация. Я думаю, навряд ли он выпрыгнет так далеко. Но теперь мы точно узнаем, кто победит. Кто же сильнее, делаем ставки. Смотри, ну друид пока что неплохо его дамажит так. Боже, давайте замедлим немножечко. Определенно друид очень хорошо дамажит. Он не может косой нормально нанести ему урон, потому что он защищается своим деревом. Блин, эпичное противостояние. Опять наспавнил. Офигеть. Там колья какие-то были. Он почернел, он просто весь почернел. Боже мой, что происходит? Он черный. Ну, сможет ли он победить? У него все шансы. О, боже мой. Какие эффекты, какие способности у них. Да, походу дроид это тот, кто его сможет победить. У него защита, видите, она ему помогает неплохо так. Просто почернел наш герой. Он что-то замер. А, он опять наспамнил. Блин, ну это очень-очень круто смотрится. Очень круто. Мало здоровья у него. Бог ты мой, какая красота. Как он бежит быстро. Очень сильно похоже на героев из аниме. Офигеть. Прикольный мод, мне нравится. Я думаю, Вадим заценит данный мод. Надеюсь, тебе понравится. Тут еще много героев, надо будет всех их посмотреть, конечно. Просто есть более слабые герои. Я думаю, таки не стоит против сильного пускать. Офигеть, какая красота. Коли опять. Ну, половину хп снес ему демон. Слушай, я заметил, да, чем меньше у него хп, тем он сильнее становится. Но все-таки друид побеждает. Но у него, наверное, одна треть, да, осталось? Ну, чуть больше. Просто давайте посмотрим, если мы возьмем кого-нибудь послабее. Ну, вот обычного героя. Ну-ка, как он его? Но он его не победит. Он пытается что-то делать, но не получается. Да, он слишком слабенький. Хотя, смотрите, не, он все-таки дает отпор ему. Неплохой отпор дает. Ну, я думаю, у него недостаточно будет силы. Быть может, вы кого-то узнаете из героев аниме. Если вы узнаете, то обязательно напишите в комментариях, на кого данный герой похож. Так, ну-ка. Бдю, он чем-то стреляет, слушай. Прикольно. Не, ну это без шансов. Мне нравится, они не умирают сразу. У них достаточно много здоровья, чтобы подольше пожить. О, ну все, они уже спамят. Да, ему кажется конец. Он застыл. Слушай, а где? А вон он враг. Пью, фига себе, он прыгает. Бог ты мой. Он отражает еще атаки некоторые. Опять наспамнил. Не, ну мы увидели, что дроид, в принципе, смог победить. Что происходит, боже мой. Не, ну все, теперь точно определенно погибает, да. Следующие герои, которые сражаются, это... Слушай, на Росомаху похож, смотрите. Смотрите, какое у него оружие классное. Шикарно. Против кого? Против какого-то музыканта? Давай посмотрим, кто победит, делаем ставки. Бу. Пока непонятно ничего. Неужели музыкант победит? Что, ну, можно целые файтинги, какие-то соревнования провести. Знаем, кто сильнее. А, он жизненную силу у него высасывает.
Бам, прыгнул. По-моему, Росомаха проиграет. Ну, примерно на равных. На равных они борются. Хотя, может быть, все-таки Росомах победит. Здоровье одинаково у них. Вау, бу, ногой. Зарядил. Так, получает красный урон. Не может, не может замахнуться. Вот, сейчас, нет. Замахивается, бам. Красно побеждена, все-таки, блин, музыкант победил, у него, видите, чуть-чуть хп осталось. Следующие наши герои. Это какой-то рыцарь, смотрите, с мечом. А против? Ты кто такой, боже мой? Какая-то мумия, давай посмотрим. Прыжок. Фу, отразил, отразил. Атаку, кидает тыкву. Он кого-то заспамил, он копию свою заспамил. Он может копировать себя. А, первый был обманка. Видите, вот настоящий. Во-во-во, неплохо, слушай. Кто же победит? Кто же победит? Пока что проигрывает... Пока что проигрывает рыцарь. Рыцарь с мечом проигрывает немножко. Но и... Так. Второй тоже получает урон. Примерно равных. Примерно равных. Битва неплохая, интересная. Капец. Они еще и уворачиваются от атаки. Долгое сражение, конечно, долгое. Опять копировал. Но он ненадолго копирует себя. О, двоих скопировал. Троих, четверых. Боже мой, они размножаются. Ну все, неплохой прием. У него совсем чуть-чуть хп. Кажется, рыцарь проиграет. Да, тут мумия должна победить. Я думаю. Все, все, рыцарь ничего не может сделать. Фу, отлично. Ну, как я и сказал, вот этого сильного никто по отдельности не победит. Вот кто сражался, да, вот мы можем выбрать любого, допустим. Допустим, даже мы троих выберем. Давайте даже троих разных выберем. Я думаю, они не смогут победить. Вот, допустим, три героя, да, поодиночке теперь сражаются. Погнали. Три против одного. Я думаю, они не смогут победить. Что неплохой отпор дают. Они его замораживают еще. Так неплохо замораживают. Слушай, а может все-таки победят? Заморозка неплохо действует, по-моему. Да, она неплохо действует. Он замирает и ничего не может сделать. Единственное, хорошо, что он может спамнить. Спам ему помогает. Боже мой. Но сейчас, кажется, минус один будет, даже минус два противников. Ему надо хотя бы одного минусануть, ему будет уже проще. Чуть-чуть осталось. Но у него тоже половина, слушай. Он с тремя борется довольно-таки неплохо на равных. Ну да, их слишком мало. Я заметил, он действительно становится сильнее, когда у него мало хп. Чем меньше хп, тем он сильнее становится. Я так понял. И поэтому в конце становится еще сложнее с ним сражаться. О, опять нас спамнил, отлично. Кажется, должна быть победа. Почему-то я за нее переживаю. Боже мой, да, минус один. Минус два. Последний остался. Побеждает, молодец. Неплохо было. Давайте последний бой, последняя битва. Кого возьмем? Давайте вот этого зеленого возьмем. Кого мы с вами еще возьмем? Кого-то хочется интересного взять. Они все по 10 тысяч, да? Кто у нас там еще сражался, слушай? Так, из героев. Давайте вот этого возьмем. И давайте вот этого возьмем. Все, последние три героя. Последний шанс у них победить злодея. В трасте их было там больше 10 героев. А теперь по три, они даже по три они не могут уже победить его. Да, это уже проблематично. Посмотрим. Барабум.
последний шанс у них победить его. Я представляю, как они будут сражаться против обычных юнитов. Я думаю, они обычных легко разнесут всех. О! Что такое? Гробы появились? Это у кого такая способность, интересно? Ничего, он сейчас будет сильнее. Да, видите, как он метает? Не так часто. Но как только у него будет меньше половины КП, он начнет... Он раскроет весь свой потенциал. И всем будет конец, кажется. Ну, как я понял, да? Вот, да-да-да, видите, как он стал стрелять быстро? Он стал очень быстро стрелять. Я не заметил, но да, он становится сильнее. Чем меньше ХП, тем он сильнее становится. И все, и после половины ХП его просто невозможно победить. Сейчас по очереди всех убьет. Ну да, да, это конец. Это уже минус второй будет. Он, смотри, отражает все атаки. Фу. Он сам тоже мажет. Сейчас минус второй будет. Меньше половины ХП у него осталось. Опять нас спамнил. Ну да, это определенно конец. Это конец. Ребятки, ну что ж, если хотите продолжение именно модов аниме, ставь лайк, давайте наберем 1000 лайков, ну ладно, 500 лайков хотя бы, и будет продолжение, мы с вами потестим других юнитов, там в принципе их много, вот, все зависит от тебя, если тебе нравится, то поддерживай меня. Всем до скорого, пока-пока, и не забудь подписаться и нажать на колокольчик.